меня, сука. Да. Я хотел. Так я ровно, я доехал и сивак дочился. А, нихуясь. Макс, 60 литров ты говоришь? Да, мне хватит на 7-8. А, мне пишут, 60 литров хватит на 7. Бля, как же быстро ты, ёбаный в рот. Я что-то, да, я походу там тупанул и поставил очень мало времени. Бля, мне сейчас кто-то на Ламборгини стопудово в зад приедет. Вот я прям чувствую это. Я так медленно, аккуратно подожду. Алекс, ладно, у тебя какая ламбо? Не знаю, белая, с полоской. Белая? С полоской? Да. Ты на каком месте? Блядь, сбить меня хочешь, что ли? Я сбить его хочу. Не-не-не, я первым еду, я опасаюсь, чтобы он меня не сбил. Потому а я могу? Поняться от него надо будет. Смотри, кто-то вылетел. Офигеть, да? Зрелище. Ой, сейчас меня, короче, напрямую. Да. А ты? Вылетевшие чуть меня не выбили. Сука, Ламборгини прямо на заднице висит. Сука, блядь. Это Макларен. У меня на заднице ламбо. Я самым первым иду. А-а-а. Хитро. Тогда возможно. Это невозможно, а точно это я. А, это ты на ламбо? Да. Да пожалуйста, не надо вылетать тут, сука, пиздец. Все, первый поворот я вылетел, вот этот. А что я? Я ни разу сегодня за практику тут не вылетел. Жопа. Привет, Сань. Привет. Там замес? Нет, я вылетел с трассы, но я не разбил до сих пор машину, я просто проехался по газону. Это, короче, шикарно после лисьей норы. Я вообще чудом там в миллиметре от забора прошел. Он даже вперед вышел немного по времени. Да? Да. Бля, удачно, пиздец. Но у меня шины сейчас грязные. Ой, пиздец, ее носит. Все вот эти 60 литров. Я все время с 30 катался. Да я смотрю, пока все вроде паровозик нормальный такой идет. Там какой-то Another One. Он быстрый. Кажется, он первый был. А ты, Макс, не приехал. Ты там спамят. Двоих развернуло, блядь. В смысле, что за care damage? А, черт. Прокошено развернуло. А, вижу прокошено. У них приложка сообщает о кардеме же ихнем. Ага. Ты фары можешь включить? Зачем? Надо. Он хочет, чтобы твои торможения было лучше видно. Так наоборот уже. Нет, лучше. А типа они ярче загораются? Да. Давай, Артём, Артёменко, иди сюда, иди к бабочке. Сучок! Ну, он быстро. Я скоро во второй раз тебя объеду. Или я тебя даже первый не объехал. Не помню. Ебать, ты рискуешь. Я по-другому бы наоборот. У тебя очко не сузилось там? Нет, я привык. А, ну у тебя так бесконечно, да? Тихо. Ой, блядь, поребрик. У меня лишний вес. Да, поребрики поняли. У моей ламбы лишний вес. Я на торможении зацепил поребрик. Меня слегка бросило.
Нет, 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 нет! Чуть не в отбойник, черт возьми! Черт. Пока-пока. Блядь, ты как ты от меня так гонишь-то, боже? Неужели я обойду завод его впервые в жизни? Блядь! Блядь! Да пизда, ну я... Да, блядь, я белый. Все, жди меня, на. Это уноси желтый. А кто там едет-то вообще? Она взорван. Меня Тёма догнал. А ты-то как вылетел? Да зацепил, блядь, спасюху, блядь. Фу. Бля, сразу видно моё комьюнити. О, да, заводов вылетел. Пока-пока, заводов. Бля, опять чуть не вылетел. Блять, эту машину, она, сука, превратилась в дрифт-кар после аварии. Я пиздец, я не могу ее управлять вообще. А ты что задел, что разъебал? Так я следом за тобой, мы одновременно в отбойник ушли. Ты что разбил, ты говорю? Я в круг убил машину. То есть мне вообще весь обвес показал красным. Я только в один момент пришел. А, ну ты да, ты багажником пошел в отбойник. Тебе повезло. Я за практику там ни разу не вылетал. Точнее, я вылетал, но в отбойник вообще ни разу. Не, я на МПЭ еще круг один. А уже потом. Хотя тут, знаешь, такая длинная трасса, хоть каждый раз, блядь, на пяты заезжай. Ну, блядь. Каждый раз, наверное, не стоит, Саша. Так вот оно. Another One, наверное, угорает, потому что я мне каждый поворот боком прохожу. Ага, он меня сейчас напрямую дернет. Живи, машинка. Давай, ладно, полный привод. Покаживай себя. Пожалуйста. То, что ты делаешь там, мразь такая. Пиздец, он просто в точку уходит. Сука, полный привод. Хороший выход. Не, вообще. Наверное, сейчас я его обойду по прямой. А вообще Италия 300 едет. Да, я 270 еду и все, я запнулся. А так у меня получалось ехать 290 на этой прямой. Бля, 274. Ладно, что-то не сейчас только вот помочь. Обида. У меня тут скорость всегда была 291, теперь 280. Аэродинамика, видимо, жопа, блядец. То же самое. А вы там что, все в отбойнике ушли? Ну да, было. Блин, у меня вообще шансов, походу, нет. Бля, ты бы лучше в пяты заехал на полностью уебошенной машине. Да? Я бы, наверное, в пяты заехал на этом месте. Я на следующем поеду, у меня потому что шины только на два круга, короче, хватит. Хотя, может, даже в конце третьего поеду. Вот так вот. У меня машина не прямо уж так уебошенная, у меня аэродинамика, да, в говно. Все остальное, в принципе, терпимо. Обошел еще одно, я пятый. А стартовал предпоследний, и при этом имел два вылета или один, не помню точно. Хуя. А, так там всех вынесло, наверное. Ну да, там было такое. Ну и полный привод реально очень помогает. Вот я никак не мог догнать Феррари на прямой, в поворотах я вообще такой, ну, вау. Знаешь, вот не скажи, вот там, где я вылетел, если бы там я был на Феррари, я, может быть, бы затащил. Ну хз. Потому что я не могу положить боком ламбу, и она по накатам идет. А если бы на Феррари чуть-чуть боком, может быть, поставил, тогда бы я мог больше. Хз, как по мне, вообще полный привод тут и убивает все остальные машины, не считая прямых. Да вот нихуя, мы вместе. А на 87-м покрытии? Ну ладно. Я тебе говорю, ты решаешь, когда вот на замкерсе, знаешь, вот там да. Четвертый поворот где-то, когда вот ты из нищего выезжаешь наверх, в небо смотришь. Еще да снова такой, что ли? Асфальт нет, хреном. В этот раз нет. Ну ты от меня после карусели не так уж резко ушел, я тебе скажу. Но это не то, это не верх. И асфальт более-менее.
Это особенно с назад, потому что там он полный брюд, я думаю, глаза затащит. Наверное, стоит починиться, когда покрышки меня нет. Конечно. Ну, конечно. А покрышки меня будут на этом кругу, наверное. Вот, кстати, смотрюков меня сейчас загоняют, прям резво так. Чё у вас так резина жрёт? Так я потому что боком в каждом повороте валю, просто в каждом. Пора бы и мне. Ой, блядь, зачем вторая передача? Пизда, блядь. Артём, гринем? Чё там? Обе красные. Блисий нарел, он затормозил просто в меня, он даже, по-моему, не тормозил. А меня, наоборот, он пропускал. Сука, нога болит. Вторая на газу. У меня, которая на турбе. Блин. Я вообще после двухчасовой пробки еду, так что ребят молчать нахуй. Ну, у тебя, наверное, левая болит, потому что она на сцеплении лежала. Или у тебя что за машина? Да, ну, не ходи. Фиеста. Фиеста. Ну, кстати, я Эннаузер, по-моему, догоняю потихоньку, но намного медленнее, чем ты меня. Хорошая новость. Для кого как? Ну, для тебя, я бы сказал, не самые плохие, при учете, что у тебя машина нищая. Ну, ты меня догоняешь, ты не слабо. Не, офигенные тачки, нравятся. Они с трассы, по-моему, идеально сочетаются. Ну, с Торшлейфом все сочетается, как говорил Смодраков. Что? Как говорил Смодраков, с Норшлейфом все сочетается. Конечно, все. Тут для любой машины есть и плюсы, и хорошие как бы повороты, и которые не очень. А, мне уж показалось, что Эназа ушел, он резко почему-то влево ушел. Вот сейчас ты меня опять обойдешь, да? Нет, пока что. Нет, я зря сделал. А на чем Тёма? На маке, по-моему. Глупо. Его, кажется, серебряный мак. Я сзади него. А через Тёму Смотраков? По-моему, у него... Он оранжевый. Знаю, что прокошенный оранжевый, Тёма чуть другом. Он вылетал? По-моему, но я не видел. Жаль. Да, вероятно, ты сзади него едешь. Ладно, я не буду пока что заезжать, с покрышками все окей. И вроде бы не так уж сильно аэродинамика мне жизнь портит. Зато к Тёме приближаюсь. Я тоже, наверное, не буду сейчас заезжать. Бля, он что-то уезжает. Я вот на следующем выйду в бот, в боксы. Наверное. Бля, я бы заехал на твое место, у тебя же машина разбитая. Это... Да я знаю, что ты меня хочешь обогнать, но... Я пока что еще терплю. Потому что на управлении это сказывается, ну да, у него заток побольше носит, но я уж тоже привык. Фрихтовать стало намного меньше. Я дам какому-то Евгению. Шины, да, напрягают маленько. В кого-то въехал? Догнал. А. Вечер. Черт. Блять, у меня уж пальцы болят. У меня все дело уже походу болит. Мне норм.
Заебись, можно кровь попить. Так а пиццу он тормози. Можно кровь попить? Кофе. А кровь? И кровь можно. Он меня тормозит, я не могу его обогнать. Заставляешь ошибаться. Да ты как так ко мне подъехал, под пиздец? Жив пидор, в натуре пидор. Хотя я тормозил вообще, нет. И ты тоже пидор, Ливан. Ну что за пес, ты все? Бля, порой мне кажется, ты, у тебя пинг 1000, и ты просто боком едешь. Кто-то в боксе ехал? Нет. Походу нет, походу все. Мне по-любому сейчас в боксе, у меня руль на 90. Нет, один заехал кто-то. А, это он там давно уже, походу. Я его по прямой сделал. Полный привод, сучки. Гаварда. Нет. Сложно, сложно, сложно. Это не открытый дифференциал, что ли? Я не понимаю. Что это значит? Ну, одно колесо может прокручиваться сколько угодно, а второе у него вообще... Походу, надо тебе починить меня. Не-н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 е. Ебать, ну ты сейчас зря сделал, я чуть не ебался. Да? Ты у меня вроде далековато был. Блядь, ты меня сейчас обойдешь, наверное. Не пропускай Смодракова. Я не пропускаю. Лучше бы догнали этого, наверное, пиздец. Блядь, он в хвосте у меня висит на... Глупо. Мешке. Блядь, её пиздец моросит, блядь. А, уйди, блядь, вот это было эпично. Вот ТС-ка это помогает, я тебе не сказал. Мне ТС помогает? Да, но я же тебя предупреду, что я с торможением провожу. Ну, у меня есть ничего антибукс выключен. Я про TeamSpeak. А, TeamSpeak. Блять, это пиздец. Ай! Как ты? Как ты? Бля! Контактные приемы применяет? Нет, он меня просто пошел. Ну, меня занесло на повороте и, короче, неудачная траектория была. Он меня обошел. Все уже, машина вообще не держит. Ну, у меня половина шин стерта, я сейчас походу пока до конца круга доеду, они мне желтые немножко все горит. Сука. Я что, походу прикнула, сейчас нормально. Да я что, ебался. Вечеров сдался. 7.42 у меня сейчас круг был, кстати. У меня 7.42, вот этот последний был круг, который мы проехали. У меня 7.39. Сукин сын. Да такие разницы небольшие уже, пиздец. Да вот ты от меня ушел. Блять, да. Как лаканулся с торможением, короче.
Ну ладно, поедет боксы Тёма, поеду и я. Не поедет, не поеду и я. Он пожалуйста, поедет, только не обгони. Он поедет? Сколько было? Окей. Мне кажется, сейчас после третьего все поедут в бокс. Это третий или второй? Ёбаный поворот. Это третий. Я рассчитывал уже я сделать пистолетом сей. Кто-то вылетел. Ты нихуя тут умный. Блять, осторожно. Блять, меня же заносит. Нахуй сюда залез. Ты что там делаешь? Ты ебанутый, ты что там делаешь? Да они оба в одном повороте. Рачик занесло. Он, кстати, тоже на битой машине едет. Что? Он тоже на битой тачке едет. На отбитой. Тоже в круг, по-моему. По-моему, это первая гонка, в которой у меня хоть что-то получается, хоть какие-то успехи есть. Ты за Тёмой идешь? Да, за Тёмой, вероятно, его все-таки смогу обогнать, но очень хочется, во всяком случае. Так он, походу, научился пользоваться полным приводом. Пиздец. А спичками? Давай научим пользоваться смотрокова спичками, чтобы он хату сжёг. Сейчас миллиметр до бампера был, пиздец. Блять, как же стрёмно так ехать. Ой, 97% точно пяты. Это 100% пяты. У меня желтые. Ой, в смысле, задняя покрышка уже меньше половины. У меня только передняя, но у меня же полный привод. Задняя у меня в хорошем состоянии. Я думал, ты там тоже боком наваливаешь. Не, я наваливаю боком. Немного, но. Дерьмово я вышел из поворота. Скольжением нафига вообще. Вот сейчас, например. У меня до Тёму сократил с 9 секунд до 3,8 за круг. Надеюсь, я его после питбоксов обойду. Мне очень хочется. Больше... У меня тоже передняя стерта. У меня тоже. Вот почти половина стерлась. А на задних там треть, наверное. Да капец вы от меня уходите. Не понимаю. Ну, аэродинамика у Тёмы не сломана. Он не поехал в бокс. Я разбуярил машину. Кто не поехал? Another One не поехал в бокс. А, и Тёма не поехал. А я поеду. Нет, не поеду. Блядь, не поехал. Вот я дурак. Ты поехал. Да, я поехал, потому что резина будет еще изнашиваться. Но я не поехал. И это глупо. Сука, не-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 
Он с синим флаком или что? Я не знаю, что у него, но он выехал прямо передо мной, такой вообще красавчик. Ну я его нашел уже. Они еще прогретые на грелочке. Да-да-да-да-да. Ты, сука, от меня уходишь, блядь. Бля, я себя поверю. У меня до Тёмы 3 секунды, он пипец близко. Блин. Слушай, у тебя есть лифт тайм? Посмотри, сколько у меня до впереди идущих. До чего? До впереди идущих. Я впереди идущий, 11 секунд у нас разрыв. Который Another One как раз, да? Нет. Another One, он первый, второй Тёма, третий я. Ну, да, Another, сколько? В смысле? Я не могу посмотреть от тебя до Энеза. Нет, до... От тебя до Энеза вон сколько? 10.
лучше бы триктонул. Блин, реально она из большинства поворотов быстрее дрифтом выходит. Заводово, нервы сдали. Тёма отрывается немного теперь. Ой, блядь, тут говно прошло. Сука. Да моя бабушка быстрее тут поворот прошла. Блин, у меня передняя покрышка красная. Стоило сделать питбокс. Стоп. Сейчас будет весело. Так, ладно, походу буду теперь дрифтить. Как я вовремя съебался, да? У меня уже передние желтые, надо все еще, наверное, заезжать. Я красные. Блин, ну вот, что точно, так Макларен, походу, самый экономный для резины. Ну, надо потом расспросить Тёму. Не, Тёма на самом деле может просто продрачиться. Ну вот у меня задние все зеленые, а передние желтые. А у тебя Макларен? Макларен. Констракшнл. Ну да, возможно. У меня Феррари абсолютно равномерно жрало бы под покрышки, если бы я не трактовал каждый поворот. Вот сейчас они уменьшаются абсолютно равномерно. Я стараюсь не трактовать. Причем зря. Мне уже тупо страшно трактовать. А может, мне не стоит делать пит-стоп, я от вас вроде отрываюсь? Это пиздёж иногда бывает. Нет, да, но я по карте вообще смотрю. Смотрокоп-то от меня тоже не слабо так отрывается. Блять, чуть нахуй не вынесло, чуть-чуть прям. Я вот не рискнул его боком проходить. А вот этот пошел. А тут что, пенальти выключили, да? Нет. Да, походу. А, да? Ну я не знаю, мне так и не дали пенальти. И тебе, ты тогда срезал на одном из поворотов, тебе тоже не дали пенальти. Я срезал? Нет, смотрков. Кто-то вылетел, ну, из них, да. Кажется. Тёма вылетел, походу. Да-да-да, Тёма вылетел. Хорошо идет. Ой, я вылетаю за Тёмой. Ой, нет, фух, не вылетел. Я обогнал Тёму. Так, Тёма разбитый. Прям вообще в план. Да, я второй. Офигеть, я второй. Когда такое было? Я, наверное, закончу на сегодня гонку. Ну ладно. Вылетел? Да я побился уже, два раза в боксах был, не прет. Вообще. Не, а мне вообще прет. А меня не прет. Тёма. Тёма, Тёма, держи его, держи, держи, держи. Блять, он не пускает. Нет, я в боксе еду, жопа. Отлично, я вас догнал. Эй, эй, ну Тёма, блин. Что ты так? Он сейчас, по-моему, в тебя чуть не врезался. Тёма, что ты, блядь, делаешь? Тёма, блядь! Говна кусок! Задел его? Да ты мне траекторию резать начал, блядь. Мне тоже. Я срезал, пенальти не получил. Кстати, такое уже было один раз, когда мы катались на 599 FXX, или как она там называется. Да, ты ругался. На первом кругу тебя, помнишь, по-моему, выжили? Или кого там выжили? Да, меня выжили. Вот, короче, Тёма тогда по зеркалам вообще... Прости, давай я тебя там пропущу чуть позже. Не могу сейчас нормально пропустить, не потеряв скорость. Ну ладно, вот сейчас отходи. О, нет. Так, ладно, ты потом. Всем счастливо. Давай, удачи. Давай, пока. Блять! Лол. Я не зацепил борт.
это уже радует. Но я походу вторым так и буду. Потому что вы сейчас все уйдете в боксы. Третьим ты будешь. Почему третьим? А Назван был в боксах? Нет. А, значит пойдет сейчас, да? Или что он такой быстрый? Не знаю. Читовый сучок. Не, я сейчас по-любому иду. Все колеса красные и передние вообще не повертают. Бля, сейчас надо молиться, чтобы у него там пиздец спаси намазал. Что-то у него какой-то нереальный отрыв. Терпит, слушай. У меня сейчас передний красный вообще не держит. Вообще. Ты его меня догоняешь хотя бы? Я не знаю, у меня нет лифта ему. А карта? Тёма пидится клёво, я буду так, перед ней бегать. Мне до него 19. А сколько было? 15 человек, да, на сервере? Да. Теперь 9. Да сколько? Ты не знаешь? 9. 9. Пиздец. Короче, без... вообще мне нравится. Бессмысленно, походу, было устраивать увеличенную гонку на петле. И бы все сразу начали ныть. Кто-то финишировал? Нет, не как могли финишировать, если мы... Мы, короче, шпильку сейчас проходим перед Лисией Нарой. Блин, мне вас не догнать. Семнадцать секунд тебе до меня. Так что в теории, конечно, можешь. У меня даже не надо вам столько же. Кажется. А, ну хотя... Это вылетел, что ли? Ну, заходил там немножко, сильно заходил, пришлось оттормаживаться с ней. Как найти свои боксы, не понял? Там красный. Там красный посветится. Нет. Значит, быть просто не проткнись. Чего? Значит, просто нажми вот бота и как-то. Ну, не парься. Бред какой-то. Блин, да почему я назову Ван так уходит, это пиздец. Это вообще как? Это вообще законно, блядь. 8 секунд до него. А я походу что, 8-ю иду, я не могу понять. Вполне вероятно. Стой. Ты шестой. Не восьмой, а шестой. Я понял. Как же я рискую, пиздец. Да? Как же я рискую, пиздец. Ну, я сейчас просто этот поворот весь боком пошел. Чё, хуёво, нашиваешь, что всё пизда отгонит? Кто-то вошел в ТС-ку? Нет. Слушай, нагоняем, да, вроде? Так,
12 секунд до него, так что даже не знаю, но уже 11. Да, у него максималка, походу, меньше. Из того, что он какой-то не знает. Ну ты представь, у него резина еще поела, бля, я его нагоняю прям четко. О, вот это было хуёво, пиздец. Да, ну да, к нему-то уже совсем близко. Ты тоже можешь выбраться, по-моему. Блин, что-то сомневаюсь. Хотя, может быть, на прямой, но у него максималка немного меньше моей. Боже. А чё, прикольно, я стартовал с стрима, сейчас ты пишешь. Стартовал первым. Стабильность. Третьим, походу. Там, наверное, под постом начнется сейчас слайд. Под каким мостом? Под постом. А. Типа про то, что машина скользит. Бля, ребята... я его походу не догоню, потому что я вас догонять не могу. Он вышел, чуть-чуть вылезал. Мне написал. Все, я первый. Ну, все, значит. У него сейчас резина грязная, давай догоняй. Так я тоже вылезал. Не сильно, конечно. Под самый конец уже гоняю. Ну это как в гонке с Руфом тебя погнали. Ты, наверное, так же напрягался. Но мне не-не-не, все. Я, блядь, запрещу. Я вас, конечно, классно. Уже вижу, но все-таки. Он его зафейлил, догоняю, ешь, грызи! Я пытаюсь! Но. Ну какой же я полетнул. У него сейчас тоже за место будут, я уверен. Но он уже вообще просто обнулил, у него резина говно. Так осталась тут только одна прямая. Будет там эти повороты. Я на них обойти его не смогу. Можно заходить. А, ну хотя он, кстати, сейчас из поворота, наверное, дерьмово вышел, но... Давай, догоняй. У него еще максималка не самая лучшая, да? Не, я его вообще не догоняю. Как ехал 3 секунды, так еду. 3 секунды это вообще херня, да. Можешь. У него тачка, блядь, в шлаке вообще просто пробросы. 2,8, 2,7, 2,6, 2,5. Ой, я 3 сотки разменял. Я 290 еду. 2 секунды у него. Хуёвый кровь. Хуёвый. А, у меня подбоксы вообще. Стоп. Давай, блядь, я что-то забыл, что у меня задний привод такой. Да руль выпрямил и педаль в пол. Ах, блядь, чуть-чуть вообще. Пока. Нет, гапнул очень жестко. Человек сейчас на стройке. Ну и сейчас там батл застроили вообще как новый 87 вообще. Пошли все в жопу. Обидно. Я хотел быть третьим или четвертым. Ой, или вторым. Это нечестно. А чем я протянул? А че в питы протянул? Гонку закончил. Бля, попал. А, таймер. У меня нет. Пиздец.
Чё? Так надо таймер, блядь, побольше выставлять. Так повторы ни у кого не сохранилось. Блядь. Пипец. Где-то Тёма пишет, Барс, Барс, пидор.